Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Виталий, он же Монг. Продолжаем наше приключение в Хогвартс Наследие. Короче, блин, у меня вчера продолжались жуткие фейлы с записью этой игры. Я дошел вот до этого момента, все время это я записывал. Сначала OBS зависал, глючил, блин, и не знаю почему, блин. Потом вроде как начал записывать нормально, записал кусками, короче. Ну, думаю, дай проверю видео. Включаю, там только мой голос, а звука игры нет. Думаю, ну ёкарный бабай, а время уже поздно было, башка уже такая не соображает. Я взял, короче, безвозвратно файл удалил. Ну, есть у меня такая привычка. А потом вспомнил, что у меня на Виндета, блин, OBS пишет две звуковые дорожки. Там просто надо было переключить, и был бы звук. Вот такая вот фигня, блин. Я, короче, здесь подрался с этим, с троллем большим. Ну, потом восстановил это все. Походил по магазинам, тут надо было кое-что купить. И вот теперь нам надо следовать за Найти в три метлы. Ой, просто ужас, блин, с этой игрой у меня какие-то косяки, блин. Прям вот не прет и все, я не знаю почему. Она колдовская, блин, колдует, наверное, что-то. Но как иначе это назвать, блин? Ты говорил, что займешься ребенком, когда он будет в Хогсмиде. Но тебе нужно что-то, что всех отвлечет. Я тебе это устроил. С тем, что ты устроил, справится ученик. Что это за ребенок? Что ты от меня скрываешь? Учти, что если ты не сможешь справиться с ребенком, то ты мне не нужен. Идем. Let's go. Did they see us? Они нас заметили? I don't think so. Кажется, нет. О чем это гоблин мог говорил? Ранрок заодно с Руквудом? Про этого гоблина писали в ежедневном пророке. Там, так думала, что я его где-то видела. Идем, лучше поскорее зайти в три метлы. Рада была тебя повидать, лодку. Непременно сообщу тебе, если что-то будет. Береги себя. Так, что вам? О, надо же, новое лицо. Я тут впервые. Добро пожаловать. Сливочное пиво за счет заведения. Я слыхал о нападении, надо будет узнать, кто там остальные торговцы и жители. Рада, что вы двое не пострадали. Вот кому это я обязан, это же надо в одиночку удалить тролля. Правда? Впечатляет. Спасибо за пиво, всегда пожалуйста. Да уж, тролли в Хогсмиде, такого еще не бывало. Что-то дурное здесь творится. Обычно, если нам приходится иметь дело с кем-то опасным, так это... О, стоило помянуть. Неужто только что вышел Логнок? Ну и посетитель у тебя теперь, Сирона. Не волнуйся, Виктор, как только вы двое отсюда уберете, здесь по-прежнему будет исключительно приличная публика. В твоем месте, Теофил... Тише, ни к чему устраивать драму. Мне нужен вот кто. Я не мешаю человеку пить сливочное пиво. Я хочу лишь поговорить. Ты меня, похоже, не расслышал. Я сказал, человек занят. Вам что, драка на сегодня не хватило? Идем, Теофил. Три метлы уже не те, что прежде. Потратить деньги можно еще где-нибудь. Всю жизнь за... Блин. See
Кажется, вы нашли себе серьезного врага. Будьте осторожны, Рукут и Харлоу уже хуже любого тролля. Тролли, Ранрок, а теперь еще и Руквуд? Что ты от меня скрываешь? Честное слово, я все расскажу, но лучше не сейчас. Думаю, самое время возвращаться в Хогвартс. Некоторые задания имеют открытые цели без компасного чё-то там. Игра, не лагай, пожалуйста, а. Прекращай этим заниматься. Так, ну пойдем. Это что? Я так рада, что там была Сирона, что она не боится мерзавцев вроде Руквуда и Харлоу. Я хочу разобраться, что происходит, и надеюсь, ты мне расскажешь. Но сейчас нам пора обратно в Хогвартс. Если профессор Уизли еще не знает о нападении троллей, то скоро узнает. Не хочу, чтобы она за нас переживала. На ночь вы должны вернуться в свою гостиную. Откройте карту. Хорошо, открываю карту. Нажмите кнопку, относящуюся к Хогвартсу, чтобы переключиться на карту Хогвартса. А, вот гостиная, да? Южное крыло. Выбрать. А, вот пламя. Переместиться. Перемещаемся. Картинки красивые, когда загрузка идет. Как бы их выдернуть, на задний фон поставить, попробовать. Может, это из-за Nvidia Broadcast глючил, от которой задний фон удаляет на винде. Прикольно есть фигня от Nvidia, его знает, короче. Но эти траблы мне не нравятся вовсе. Шестой уровень. Прям это, знаешь, как назло, как напасть какая-то. Давненько такой херни не было. Ладно, я там косячил раньше, то, блин, микрофон забуду включить поначалу, то еще что-нибудь. Читать почту. О. Ноль. Сообщение через совиную почту обычно приходит, когда у персонажа, с которым вы встречались, есть для вас новая информация или просьба. Выберите профессора Фига, чтобы увидеть его сообщение. Зайдите ко мне, я кое-что обнаружил в медальоне, который мы нашли в Гринготтсе. Еще профессор. Так, проговорите с профессором Фигом. Надо же мне такой фиг, бля. Жди меня наверх. Мне здесь нравится карта, блин, такая понятная. Кем бы это игроделом поучиться, такие карты делать. Блин, замок. Че, нету больше такого? Пока что ничего больше не видать. А чё ты так медленно ходишь? Граммофон можно включить. За норки какие-то, блин. Переход, блин, как нора. Крольчачья. Всё развлекается. Блин, профессор. Привидение все развлекается. Дурит. Погоди. Еще ниже. Дурит честный народ. Спокойно. Игра, кстати, сегодня обновилась. На 30 гигов обновлений. Прилетело. Я вот прям перед работой сел, думаю, дай попробую, запишу. Вот так обидно вчера было, ё-моё, блядь. Три раза записывал, на третий раз вроде записал и сам же удалил нахер. Это вообще пиздец. Просто ужас какой-то, правда.
Как будто ты делал какой-то проект, как проект огромный, и он у тебя похерился, блин, и все. Я программу кучу скачал, попробовал восстанавливать файлы. Вроде они как восстановились, размер все одинаковый, но они не проигрываются, и все, хоть ты тресни, блядь. После восстановления. Блин, ну это капец, конечно, было. Всю ночь плохо спал, блядь. Ворочался, блядь. Да, наверх или вниз? Такого жесткого фейла у меня давненько не было. Да вообще такого не было, блин. Начнем с того, блин. Ревелио. Есть что интересненькое? Нет? О, есть что. Профессор Фиг, невзирая на мой крайне плотный график, министерство... Не кстати прислала распоряжение встретить нового ученика и заселить его сразу на зачислить его сразу на пятый курс. Профессор Уизли настаивает, что ребенку требуется сопровождение и наставник, чтобы помочь ему освоиться на новом месте перед началом учебного года. Поручаю это дело вам. За подробностями обращайтесь к профессору Уизли. Профессор Финиас Найджелус Блэк, директор. Тот, который с нами в карете ехал, пропал без вести. Ждать. Давай ждать. О, кусел, блин, на ковер, да? Посидел, подождал. Профессор, как же славно вас видеть. А я уж как раз, слава Мерлину, вы целы, я слышал нападение. Надо же, тролли, да еще и в Хогсмиде. Сэр, тролли были в доспехах, с тем же темным свечением, что и тот драконий ошейник. Так гоблинское серебро, с его помощью он рано управлял драконом. Но как? И зачем отправлять троллей в... Это из-за меня. Мне удалось нечаянно подслушать разговор Ранрока с Виктором Руквудом. Так Ранрок был в Хогсмиде? Да еще и с Руквудом? Тролли должны были всех отвлечь, пока Руквуд разделался со мной. Он был разделался, не вмешаясь Сирона и посетителей трех сотен. И скорбные новости. Если за вами охотятся гоблины, Ранрока и темные волшебники, значит, им нужно содержимое твоего сейфа. Раз уж вы упомянули о сейфе, как вы полагаете, может ли Ранрок сотрудничать с гоблинами? Не думаю. Конечно, гоблины Гринготса не самые дружелюбные существа, но они всегда отличались честностью. Нет, осмелюсь даже утверждать, что после случившегося с тем бедолагой-банкиром гоблины никогда не сунутся. Им нужен медальон. Вы говорили же, что какое-то кое-что обнаружили в нем. Да-да. Я обнаружил надпись, и когда прочитал ее вслух, появилась эта карта. Петро придумала. Безусловно, это карта Хогвартса, но я не знаю, куда она ведет. В библиотеку, а точнее в запретную секцию. Немного дальше я вижу за ней следы магии. Так и знал, что то, что увидите. Идем? Ценю ваш энтузиазм, но мне тоже не терпится узнать, что же там может быть, но... После тех событий в Гринготсе, не говоря уж о том, что случилось с Мирианом, одно я знаю точно, наш путь будет безумно опасен. Поэтому я хотел, чтобы с первого вы немного позанимались с профессором Гекат. Но, сэр, что может угрожать мне в библиотеке? Речь наверняка идет всего лишь о книге. Даже если мы отправимся туда просто за книгой, нужно быть готовым ко всему. Приходите ко мне, когда точите мастерство в защитных заклинаниях. Я сообщу профессору Гекат, что вы хотите к ней зайти. Читайтесь о задачах перед профессором Гекат. Пойдем, отчитаемся. Ребелио. Шляпу надыбал, блин, у него. Защита плюс 5, что ли? Случайно где-то надыбал. Так, доступно новое задание. Ну, открой журнал. Чё? Оно же выделилось у меня, правильно? То есть оно и так выделенное было. Зачем мне надо было еще ее открывать?
Профессор Фиг, подожди, посторонитесь. Ой, это что такое? Это она, блин, рудит этой штучкой, а я думал поймать ее, блядь. Ну, мало ли, что это может пригодиться. Оказывается, нифига. Вчера таких серьезных пролагов не было. Ну, когда я записывал, играл, блин. На Linux, конечно, она жестко, блядь, прям пролагивает. Ваш ОБС, блядь, захлебнулся. Там тоже. Опа. Ревелио. Так, это надо вот здесь взять. Скелет гибридского черного дракона. Этот большой скелет дракона, который висит в классе защиты от темных искусств, предположительно является трофеем, взятым профессором Гекат после того, как она в одиночку разгромила одну из крупнейших браконьерских банд на востоке Уэльса во время большой облавы на браконьера в 1878 году. Профессор, вы собирались научить меня новому заклинанию? Хорошо, профессор Фиг намекнул, что с изучением защитных заклинаний вам лучше поспешить. Поэтому я обучу вас поджигающему заклятию Инсендио. С его помощью можно зажечь факел, избавиться от паутины или защититься от тех, кто захочет причинить вам вред. Весьма практично. Весьма, но прежде чем мы начнем, я попрошу вас выполнить несколько заданий. Некоторые из них вас удивят. Ученики слишком часто полагают, будто их преподаватели ничего не знают. Когда закончите, подойдите ко мне, и мы начнем разучивать Инсендио. Хорошо. Победить в двух раундах скрещенных палочек. Завершите раунд тренировок в комбинации заклинаний с Люканом Шумпси. Бля, ну пошли, а где тут сундук? На карте сундук. Похоже, секретный клуб не такой уж и секретный. Это точно. Я, кстати, когда записывал, зашел в этот секретный клуб, мы там подрались, выиграли, как бы... Все нормально было. А, ну вот у меня, кстати, один раунд стоит, что это засчитан. А это хорошо, кстати говоря, что он засчитан. Меньше придется драться. А, так это было в записи, которую у меня в конце, я даже попрощаться не успел. О, БС зависло конкретно. Да-да-да, после драки она начала там люто лагать, блин. Как раз таки в этих скрещенных палочках. Так, мы куда? В скрещенные палочки идем? Надо было переместиться, наверное, фиг ли бегать. У меня же там как раз это пламя открыто. Это здесь было. Так, давай драться. Привет, можно воспользоваться тренировочным манекен. Привет, к следующей дуэли... Все готово? Hello, Lucan. Ну, привет, Люкан. Следующие дуэли в сочинных палочках уже все готово? Ну, конечно, я подобрал отличного соперника. Ну что, хочешь показать себя? Давай. Да, приступим. Прекрасно, дуэль будет с партнером? Над Сайонай. Yes, да, с Нати. А да, вперед. Я разобью тебя в пух и прах. Заранее прошу прощения. А чё у вас трое, блин? Так нечестно. Пробивайте фиолетовые щиты, используя мощные заклинания, такие как манящие чары Акцио. Манящие чары. Привязка к цели поза... Так. Потейго!
как тут неудобно, блин. Да черт! А! Ты чё? Блин! Прекратите! Как же неудобное управление, если честно, блин. Надо на джойстике попробовать поиграть. Да блин! Перестаньте! Нати, может, ты займешься этой щепушилой, блядь? На! Ай! В! ТВС, ТВС! А, блядь, не надо меня бить, собака! Все, у меня нету этих лекарств. Будка неудобно на клавиатуре вот это вот, блин, комбинации эти делать. Ну, по крайней мере, мне точно. Браво! Пришлось выложиться на полную, это уж точно. Другие дуэлянты уже и так обратили на тебя внимание, но после последнего раунда они точно будут точить зуб на тебя. Рекомендую тебе тренироваться без устали, если хочешь иметь шанс на победу или хотя бы на выживание в следующем раунде. Я сообщу тебе, когда все будет готово. Надеюсь, увидимся. Следующий раунд для самых рискованных. Завершите раунд тренировки комбинации заклинаний с Люканом Шумпси. Так, тренировки, тренировки. Привет, Люкан, можно воспользоваться тренировочным манекеном? Конечно, я его подготовлю и дам тебе перечень комбинаций для тренировки. Ну что, попробуешь? С удовольствием. Постарайся применить все заклинания, прежде чем манекен упадет на землю. Если захочешь провернуть тренировку, скажи мне. Прервать тренировку. Хорошо. Так, используется акция, а затем 4 основные заклинания подряд. Как понять 4 заклинания подряд? А, они еще и это. Репаро. Я не понял ни хера, что надо сделать? Lumos. Так, ладно. Вон же показывается наверху. Так. 4. Какое следующее? А следующее какое? Не сдавайся. Понятно, блин. И он просто пишет: используйте Левиоса, затем 4 основных заклинания подряд. Но я-то думаю, что вот эти заклинания, которые справа, блин. Кажется, просто, блин, мышкой надо херачить. О, усложняется. Подожди, кулюмас. Нет, 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 нет. Сейчас, подожди. Комбинация, комбинация. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Я думаю, хватит практики, ты уже неплохо справляешься. Спасибо, Люка. Я считаю, что лучше обнаружить свои слабые стороны на тренировке, а не на дуэли. Теперь ты будешь грозным противником. Надеюсь, блин. Для этого мне надо, скорее всего,
И вот джойстик попробовать выбрать. Так, вернитесь. Вернитесь. А где оно у нас? Мне куда-то сюда, да? Давай переместимся, блядь. А когда перемещаешься, загрузочные экраны эти так долго, блядь. Мелькают. Я боюсь на паузу ставить. Ну-ка, опять зависит, блядь. Все. Блин, да, надо на джойстике попробовать. Что-то вообще неудобно на клаве, блядь. Пальцы так разытывать, блядь. Растопыривать, блин. Где кнопка Z, где... Ну ладно, на Q нажать. А на Z, блин. Теряешься, блин. Я ж уже не молод. Аж вот так вот. Пальцы гнуть, блин. Давай загружайся ты быстрее. Что ты так долго, блин? Знал бы, пешком пошел, быстрее бы дошел. Что там у тебя? Журавлики бумажные летают? Прикол. Шляпа смешная, капец, блин. Что-то я куда-то не туда переместился, блин. Вам не кажется? Блин. Нет, вниз. Запутался, понимаешь? Карта такая подробная, а я запутался. Как такое можно? И кто? Зенобия Ноук. Зенобия. Ну, и имена у вас, я вам скажу. Ладно, дорогие друзья, давайте здесь остановимся. Вроде бы как все прошло нормально, тогда вечером еще одну серию надо будет записать. Ну, а на сегодня у меня все. С вами был Виталий, он же Монк. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока и удачи.